Сегодня весь Таген Рок Сити смотрел. Саня! Саша! Саня! Сегодня весь Таген Рок Сити смотрел только на меня. Дарю поцелуи за кепочку и подпись. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, блядь. И Саша, Саша, Саша. Привет. Куда Саше модератору подъехать? Он хочет твои пальцы ног облизнуть. Саня, это нормальная тема. Даже если ты не собираешься, ты потом вывезешь. Ты вывезешь. Самое главное — приехать. Самое главное — забайтить, типа... ты все... А, все равно едешь? Все, похуй, да, все окей. Окей, 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 братан. А-а-а! Она в сети! Таген Рок! Блядь, Саня! Блядь, Сань! Блядь, я имейлшер расписывался. И я, блядь. Охуй. Она прочитала. Алло. Саша, Саша! Саша, блядь, западный есть в Таганроге, западный? Да, 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 да. Блядь, ей 18! Ёб твою мать. А не, блядь, не, ну слушай, не, подожди, не, может быть она как бы, ну, может ей нравится, по, ну, как по, ну, как, типа, как этот, как, ну, типа, я её добавил, друзья, закинул заявку уже. Блядь, подожди, сколько тебе, блядь? Блядь, 16. Так 14, блядь, ты сейчас чуть 14 не сказал, блядь. 16, 6. Ну 16, 6. Это все уже, блядь! Блядь, приняла, братан, все, я все. Валерон, блядь, чил нахуй, ебать! Блядь, сколько, я тебя сейчас на таксу, блядь, закину, бро. Блядь, сколько, блядь. Чё, тебя папа не отпустит, блядь? Сука, папа не отпустит, сука. Да ебани нахуй, ты в смысле, блядь? Я ей закинул приветик. На таксе, приветик, на таксе, смайлик. Блядь, ебаный рот. Бля, блядь. А может спросить у нее просто? Я у нее, ну, давай сделаем вид, типа мы с тобой сейчас не сидим в Дискорде. Да, 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 давай, давай. Слушай, давай, давай. А как тебе вообще Саша модератор? Спроси, она фанатка вообще? Или, ну, типа, ну, хочет выйти, когда я появляюсь? Такой вопрос. Сейчас, подожди, она что-то отвечает, блядь. Да, 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 давай, давай. Сейчас. Слушай, блин, она написала, бьется, блядь, сука. Знаешь, что-то это нахуй. Чё? Она написала: ребят, я вас слышу. В смысле, у неё прослушка, что ли, да, есть? Да, бля, хуй пойми, я не знаю. Да, блядь, что-то она какая-то странная уже, мутная. Чебоксар какой-то, блядь. Да не, ну, то... Ну, не, ну, она бы не могла, я уверен. Да я думаю, блядь, ну, я зашел уже, оценил. Блядь, там, сколько конечно нахуй стоит такси, блядь, в Таганроге? Блядь, копейки сущие. Ну сколько, блядь, это, блядь? Ну 30... 300 рублей, блядь. 300, ебать ты нахуй, блядь. Ты сколько, блядь, дорого, что ли? Ну 300 многовато, это ростовские цены. Не, ну, блядь, я не знаю, я с одного просто конца на другой ездил. Блядь, а сегодня она нахуй будет, блядь, с одного, да, нахуй, да, конца, да, блядь, на другой, ёпта. Бом-бом, я подъеду, братанчик. Блядь, она услышит, да? Блядь. Может, выключила? Подожди, может, для приличия выключила. Не, ну нормально, да. Правда, да, она, да, мне, да, почему-то, да, цену такси просто так написала. Слушай, ну она, ну... ее вообще не возмутило сообщение о том, что, ну, ты хочешь ей пальцы ног облизнуть. Слушай, мне кажется, она жаждет это. Слушай, можешь мне по секрету просто написать, с какого ты района, не говорить, или можешь сказать? Я тебя на Google картах скриншот скину, перешли ей просто. Давай, да давай. Зачем я просто ей напишу, и все. Да не пиши ей, блядь! Я буду, блядь, сваха, она, блядь, с тобой, да, не хочет, да, пока, да, общаться. Да, она, да, не, да, знает, давай, что ты ей еще. Да, 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 давай, давай. Бля, давай, и скинь еще свою какую-то красивую фотку. Че? Она говорит, она написала, что она мечтает, чтоб ей облизали ноги. Слушай, ну это уже звучит как вызов, я бы сказал, это уже... Слушай, ну а после уже того, как ты облизнешь ей ноги, там она, мне кажется, вся твоя, мне кажется, это достаточная плата. Не, ну скажи, ну ты практиковал вообще такое, или типа... О, Саня, и у меня другой вопрос, у тебя недавно было, это,
День рождения, да, было. Не-не, у тебя недавно какой-то браслет был, и ты говорил, вот этот браслет. Не-не, это все. Это все хуйня, давай, да? Не будем поднимать эту историю, она просто как бы засела мне в душу. Ща-ща-ща. Ну вот, уже как бы знаешь, если тут... ноги лизать, то... Вот тут готов Саня любое время приехать. Этом квадрате. Я... Мне не сердце показывать бьется, на стриме пиздец этот квадрат? Не-не, ну можешь как хочешь, но не надо. Ты лучше покажи свою лучшую фотку, блядь, быстрее. Блядь, ну сейчас я тебя скину, блядь, ну у меня... Ну, блядь, ну... Ну, у меня с операторшей самая хорошая, но там операторша, блядь, ну это женщина, блядь. Блядь, ну закрыто, ты чё, женщине да, нельзя да, с другой блядь, женщиной, блядь, блядь, кидать фотку. Сейчас, я, блядь, это детектировать надо, блядь, ну у меня прям сердце бьется, руки дрожат, как, знаешь, я когда к Марине подходил, даже так, сука, не волновался, как тут. Да, блядь, давай быстрее! Да, блядь, я всё, я скидаю тебе, блядь, ты перешлей только главное. Это что, блядь? Блядь, плохая, сейчас я кидаю, не, мне похуй, если ты хочешь, блядь, но у тебя никогда секса не будет, блядь. Блять, ну давай вот эту тогда, подожди, давай вот эту. А, ну, тут блин, сразу несколько. Блять, нахуй. Сейчас. Блять. Ты ебаный. Сейчас. Кидать вот это? Фу, блять, да, давай. Блин. О боже. Боже, сейчас подъедем. Что пишет? Читает, походу возбудилась. Фу, да я уверен, я сам. Фух, слушай, я так никогда счастлив не был даже. Блять, не, ну ты не, видел, ладно, ты бы... видел, какой там, блять? Да там просто забей, я даже, ну, знаешь, у меня анкета в Давинчике есть, но мне да, такие блядь, даже не лайкали. Да, блядь, не говори этого, нахуй! Да не, я удалил. Просто. Слушай, удалил она спрашивает, он перспектив... Сейчас, я тебя сейчас нахвалю, У тебя есть со мной давай, фотка, давай. Со мной? Блять, сука, ищи ты быстрее, гандон. Ищи. Так, алло, я что, с тобой ни разу не фоткался, блядь? Нет, потому что ты уходил постоянно. Ёбаный рот, ну на фотошоп что-нибудь, блядь. С Мелшером есть, С Мелшером нави... А, он ей расписывался, да, давай. Да. Так, да, сейчас, да, подожди. Да. Первое, он мой модератор. Блять, да, напиши блядь, что-то минус, в чат. Сука, это минус, нет, это минус. Нет, это, блядь, напиши что-то в чате срочно, я ж тебя размодрил. А где, в ютубе? А, блядь, на твиче, сейчас. Сука, быстрее, нахуй. У меня стационарный слабый, блядь, пишу. Я не пишите ничего, блядь. Так, как блядь, это, мод? Пишу, как пишу, мод? Там, вон там, это, нажми, короче. Так, сейчас, блядь. Фух, блядь, у меня шишка дымится уже, блядь, шашка. Так, слышу, мод. Слушай, а у тебя, ты можешь перевозбудиться тогда? Не-не-не, я контролирую. Все нормально? Нормально. Так, смотри, первое я пишу. Он мой модераптор. Да, так, да, давай. Модераптор. Он у него единственного, кроме меня, есть доступ... Что это? Предложка. Блять, сейчас. Что? Дилара. А, блять. Алло, да! Так, подожди, у него доступ к тупым мемам из предложки. Еще плюсы, какие ну, у тебя? Ну, короче, Насте нравились волосы длинные, но я не знаю, тут трудно, тут как бы 50-50. Блять, а вдруг профиль, да, ей не понравится. Да. Ну, слушай, давай побриться, так, блядь, я готов побриться, давай так, не-не-не, волосы длинные это плюс, потому что, ну, завтра ты их можешь отстричь, а у коротких не вырастет волосы. Блять, факт. Сейчас. Волосы длинные. Давай, блядь, еще что-то есть блядь, у тебя какое-то? 12 см мы мерили с модераторами. 12 блядь, см. Ну давай чуть преувеличим. 13. 13, да, давай. Так, 13 см. Ой, блин. Так, да. Игровая клавиатура Dark Project, это Сейчас. Да, блядь. Как у Фиспекта, и у тебя, да. Игровая клавиатура, как у Фиспекта. Блядь. Dark Project. Project КД-83А. КД-83А. Думаешь, да, друг миллионер. Блядь, да, друг миллионер, это... Ну, я бы, конечно, сейчас... Ну да, друг миллионер. Сейчас. Дружит с Саской Нарезкой. Блять, это пиздец. Так. Блять, еще какие-то. Сука, ну что у меня еще есть? Ну, типа, у меня... Ну, мерч у меня есть. Типа, две майки, одна кепка. Это, типа, факт или не факт? Сейчас, ну, у нее есть просто. У нее есть ведь мерч тоже просто. Может, она фанатка тоже. Да. Факт. Это факт? Да. По факту, да. Так, тут еще... максимум это развлечение картошку, блядь, покопать пойти, да.
Угу. Еще, еще, блядь, давай, ну. Блядь. Ну надо 10, 10 хотя бы. Я отправил случайно, ёпта, блядь. Ёб твою. Ну все, похуй, ну, блядь, похуй. 7 нормально, нормально, 7 пойдет. В WhatsApp живу, блядь, ну это тоже, это минус, я бы сказал. Жил в WhatsApp. Живет. В смысле, жил, живу. Блять, вот да, это да, фотка, был, был на концерте, значит, вот можно, могу сводить, блять, бесплатные билеты на концерт. О, могу точно, достать. Точно, точно. Ебать, да, 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 ща, да, ща. Да, 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 да. А, да, да, да. Может, может тебя на любой наш концерт провести плюс охранял мою маму. Да, 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 было, было, было. Mm-hmm. Блять, что еще? Блять. Да, 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 может завести в гримерку. Не, не, подожди, подожди, что-то напишет. Ну, в гримерке я и сам, блядь, не был. Куда я заведу? Ну, блять, нормально, напиздить. Ну, блять, да, да, напиздить можно один раз. А мою будет? Ну, блять, ну да, да, да. Сейчас, подожди, блять. Надо, может, какой-то подкат? Ну, типа, напиши, у него своей нет, поэтому будет ценить твою как свою. Вот так напиши. Ты думаешь, это нормальная тема? Ну, блять, ну зато как искренне. Ну, типа, ну, у него своей нет, да, вот, но твою, значит, будет ценить как свою, то есть, сохранять, ну, заботиться, типа, такого. Блять, мне кажется, это нахуй. Да почему, ну, почему, ну, ничего не так-то. Не, что? Ну, это, а вдруг она загрустит, она вдруг уже возбуждена. Мы на жалость надавим. О, ладно. Блять. У него своей нет, так что будет ценить твою как свою. Ебать, да, да, блядь. Да, 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 да. Блять, что еще? Блять. Слушай, ты готов, чтобы тебя полчаса, блять, обливали из ведер водой, там, вот это, унижаться, ты готов? Блять, ну слушай, ну тут сложно, ну, блять, ну... Ну если это, ну как, если надо, ну если потом будет точно, я ноги полежу, то, блять, ну... Сейчас, подожди! Блять, давай, давай. Сейчас, а кто с тобой живет? Просто так, знаешь? Да, такой, да, вопрос, да, да, да. Вдруг кто-то есть, вдруг... Да, типа... да, да, да. Да, 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 да. Бабо. Да. Что такое бабо, бля? Саша, ну, пиши, бабушка. Подожди, детка, подожди. Хочешь виноградинку? Она глухая, это важно. Да, детка, хочешь виноградинку? Черт, детка. Ничего не осталось. Могу предложить только свидание со мной этим вечером. Чего? Блять, у нее не глухая бабушка, придется мало чавкать ногами. Блять. Не, ну можно, может, у нее шумоизоляция. Не, Сань. Хотя, блять, крючок тоже неплохо. Блять, да, верно, верно. Слушай, может нахуй эту Дианочку, короче, мы уже сейчас нет, до бабушки нет, пойдем. Нет, пиши, короче, типа, то, что бабушку через дорогу проведешь, чтобы она из дома у тебя вышла после, типа. 63 бабушки, нормально. Она еще такая молодая. Нормально, нормально, да, да. Да это куда ты перекидываешься на бабушку? Да я не, завещание не, не, думаю, не, я бля. Просто, я тоже, блять, про это. Блять. Короче, сейчас. Это если повезет, короче, может. Короче, давай я сейчас офаю экран. И мы вместе едем. И ты пишешь адрес, и Саня сейчас подкатит. Блять, папа. Детка, мой доктор сказал мне, что у меня жуткий авитаминоз. Не хватает витамина Т. Может быть, поможешь восполнить его? Слушай, ты прям, я сейчас уверен уже, то, что это, ну, типа, ну, уже все. Сейчас, блядь, выезжай. Все, блядь, она написала, давай все. А? Блядь, чё, ноги моют уже. Пусть моет или не моет, блядь? Ну, пусть моет, пусть моет. Не, Сань, реально выезжай, я тебе что-то говорю. Ну, меня только... Она написала! Саня! Блядь, я тебя не прощу, если ты прям сейчас не поедешь, я тебя не прощу, блядь. Сань, с вами телеграмме сними кружочек. У меня полчаса, ребята. Пошел, блядь! Сколько тебе скинуть на такси, нахуй? Сколько? Сейчас я посмотрю, где это, блядь. Ёбаный рот, блядь! Так, мне блядь. Спросить, у нее презервативы есть? Или свои взять, у меня просто пакет лежит. Какой пакет, блядь? Ну, пластиковый, пластмассовый. Потом и с пакетами, типа, знаешь, пакет с пакетами. Да, да, да. Блядь, Саня, давай нахуй! Блять, да сейчас я пишу. И, короче, когда приедешь в крысу, просто мне позвони ВКонтакте, ничего не говори, в карман вот так положи телефон. Ага. Вот так положи телефон в карман и, блять, им и все, нахуй. Сколько? 200 рублей? Да вообще, блядь, дешевка. Давай, я тебе 400, чтоб ты еще домой доехал. Или там заночуешь на кладбище. С мамой рядом, блядь, да, придется хоть на виду хоть раз. Ты ужасен.
Так, нет, ну, ну. Он по свою, он по свою. Я про свою ну, говорю. Ну это ужасно все равно, блядь. Саня, такой шанс опадать раз в году. Блядь, Саня, если надо, у тебя реально полчаса, я тебя не прощу нахуй. Ну у меня полчаса, мне в 22 дома надо быть уже. Да какой, скажи, блядь, я, блядь, покажи фотку. Ноги лежать, я должен. Скажи, покажи эту фотку этой Дианы, блядь, и все нахуй. Какие, блядь, в 22 дома, блядь. Блядь, ну это пиздец, братан. Чего, блядь? Да шашка, да... Да давай уже, ёпта, блядь, ты все равно успеешь, ты уже так перевозбудился, блядь. Кирилл, скинь мне страницу, я тоже должен оценить. Блядь, на, нахуй. Она просто вот такой давай. Отзыв о мерче оставила, блядь. Но тут как бы она сама, она говорит, блядь, и, типа... Она хочет кэшбэк, так сказать, за мерч, ёпта, 100%. Саня, она уже ждет, ёпта, она ждет, она тебе дала адрес свой, ёпта. Сейчас я маму позову, подождите. Давай, что за? Можно с вебкой? Да, было бы, хотелось бы, конечно, вебку. Он теперь сейчас будет 1000 лет потом. Да этот андроид, блядь, хуй загрузится. В смысле, так у него мама живая или нет, по секрету, просто скажи. Это приемная. Типа он ее принял. Так, слушай, давай, пока его нет, да? Я по секрету просто спрошу, у нее есть мальчик? Да, я хотел тебе сказать. Парень или как? Как сейчас модно говорить? Парень. Бойфренд. Она уже взрослая, блядь, 18 лет уже. Бойфренд. Так. И вопрос такой. Пишет нет, отвечаешь, сейчас будет. Да. Или уже едет что-нибудь такое. Блядь, что-то отвечает. Ебать, она пишет, ну пока нет, она все нахуй. Все, брат. 30 минут, я просто отвечу, 30 минут. Блядь, это пиздец, алло. Да, блядь. Сука, может подождать, пока уснет и уехать втихаря, блядь. Да какой уехать, у тебя полчаса есть, блядь! Да, блядь, нихуя, блядь. Мне девочки не разрешают, сука. Чего, блядь? Мне не разрешают. Саня, не плачь. Блядь, алло, она слушает, это стрим, ты хотя бы, блядь, держись. Пальцы, блядь, я уже готов пальцы, блядь, облизывать, только так мне, сука. Сань, подожди. Менеджер сказал, короче... Не, ну, сейчас дела, короче, важные. Я уже написал, что через 30 минут... Она написала, что у нее нет парня. Пока. Блядь. Пока. Слушаешь, пока она написала? Пока, потому что ты едешь, блядь. Сейчас я спрошу у нее, во сколько ты ложишься спать обычно, да? Сань, да, пусть она едет. Поздно. Она поздно ложится. Блядь, ты... Че, разводить ее на то, чтобы она к тебе ехала? Конечно, как по-другому-то? Понимаешь, у меня такой шанс раз в жизни бывает. Меня до этого только все харкали. Я один раз в школу на день рождения пришел, меня всем классом побили. А тут, понимаешь, девочка сама хочет. Ну, блядь. Я сейчас заплачу. Патовая эта ситуация не дает мне покоя. Блядь, чтоб ты понимал, блядь, я даже, сука, пиздец. Анкеты, блядь, создавал, ебаные, блядь, видео монтировал, ни одного, сука, 2 лайка было. И то, блядь, мне не отвечали, а тут, блядь. Блядь, я уже готов, сука, сам выехать, блядь, уже я блядь, на каком ты этаже живешь? У меня дом, блядь. Да выпрыгивай в окно тогда, если дом, ёпты! Что, мне показать это видео? Что это? Да, это вот я монтировал, никто, сука, лайки не ставил мне за это видео. Сейчас посмотрим видео, ребята, давайте. Без жалости просто чекнем. Два лайка было. Блядь, два. Слушай, сама, мне блядь, кажется, девочка, это реально тебе, ну, то есть, это твой единственный судьба, шанс. Судьба, думаю. Да это, блядь, последний вагон, в который надо запрыгивать. Блядь, выпрыгивай в окно, Саня! Блядь! Милян бежит, я ее уже забираю. Сейчас, блядь. Да куда он ее забирает? Блядь, что ты дома сидишь-то нахуй? Да, блядь, мама ебаная. Блядь. Сука, такой шанс. Саня, ну включи хотя бы вебку, чтобы мы посмотрели, как ты плачешь, блядь. Сейчас я с андроида запущу.
Кирилл, а ты шаришь, да, ну, за Телеграм, Санин? Нет. Ну, чуть-чуть подшариваю, как бы видел один раз. Должен быть подписан там каждый день. Каждый день плачешь, что он один. Не шучу. Вот его, пришло уведомление, тебе понравилось одной девушке показать ее. Ура, пишет. Славик радостный. Блять. Блять. Блять, плакать сколько хочется от такой, блядь, ситуации. Блять, я ей написал, блядь, поедь к нему. Она пишет: извините, но я не бегаю за мальчиками. Саня, если ты не выезжаешь, блядь, мать, через 5 минут нахуй, у тебя сегодня ничего, блядь, и никогда в жизни не будет. Блять, правда, Саня, никогда. Никогда, шанс, нахуй! Ты, блядь, видел свои фотки? Ну, блядь, а что не так? Саня, давай по канонам скинем другие фотки из знета, а потом приедешь ты. Ну, блядь, ну может она расстроится уже тогда. Блядь, ну надо, давайте тогда хотя бы придумаем, как потянуть время. Нет, ну если сейчас, он, я, блядь, напишу, ну... я напишу, он просто долго шнурки завязывает. Кирилл, Кирилл. Надо их в Дискорд посылать, чтобы они вместе в Дискорде полякали. Блядь, слушай, для контента это крутая вещь. Но с ее точки зрения, посмотри, диалог начался с того, что я ей сказал то, что дай адрес свой, сейчас тебе Саня приедет пальцы ног облизывать. Она сразу, блядь, естественно, нахуй потекла, естественно, сразу, блядь, каждая это любит девушка. Вот, а теперь я говорю, слушай, ну, блядь, наверное, не получится пальцы ног, пойдем просто в Дискорд, блядь, ты чё несёшь? Через вебку, ну через вебку. Блядь, давай через вебку хотя бы, реально я ей попробую наликанить. Блять. Ты можешь нахуй положить под одеяло подушки две штуки, типа ты спишь, и выбежать через окно нахуй. Меня потом не впустят, ну знаешь, мне потом уже и не надо, блять. Да потом уже и похуй, блять, останешься у нее ночевать, блять. Скажи, приехал. Бабушку с кровати скинешь, или Я уже готовый. Сколько это, какой этаж? Это второй. Да, блядь, ну из штор свяжи, блядь, эти, нахуй! Канаты связать. Канаты вяжи из штор, нахуй! Ведро воды черпаешь и прыгаешь. Блядь, или блядь, так? Первый раз. Реально, ну, блядь, ну да, да. Но у меня не всегда получалось это. Короче, берешь кровать, скидываешь на улицу, не прыгаешь, он меньше будет. Бля, кстати. Или блядь, кстати, по факту. Сноп сена. Да. У меня, кстати, по-моему, валяется под окном, может, есть. Ты нервы, блядь, заедаешь уже? Да пиздец, блядь. А что ты ешь, что ты кушаешь? Булочку просроченную с яблоком. Ты фанат Apple? Да, я фанат Apple. У тебя какая марка телефона? Спрашивать? Да. Бля, она моментально читает, чел, она тебя хочет. Ипхоне! 13. Блять, 13, сука, это больше, чем у меня. А у тебя какой? Блядь, а, просто 11 больше. Про, 11 Pro. Она, блядь, засмеет, может, думаешь, не? Да, блядь, нормально, скажи. Не, знаешь, если скажи, это для работы, покупаю. А дома для семьи, да, нормально. Да, продаю лежит. Один, там, вот это, с другого покупаю, mm-hmm. Да. Ну, блядь, у меня, короче, смотрите, в план, вот гирлянда у меня есть, вот по всей, типа, комнате. Я ее могу, как, ну, типа, связать и... Ну, по ней да, блядь, чисто... шторы надо, шторы связывать. Потом блядь, шторы к трубе ебашишь и пошел. У меня нет труб, блядь. В смысле, отопительная труба? Да она внизу находится, у меня современный Сань, погазовый. Дом, блядь. Что, показывай, вот. Погазывай трубе, погазывай трубе, блядь. Это ты прямо сейчас теряешь, прямо сейчас. Угу, я понимаю, да. Все, это все, что я хотел тебе пока показать. Блять, айфон. Ан-айфон. Ан-айфон. Ан-айфон, yes. Бля, может я на фотку свою на принтере распечатаю, под подушку положу, типа мама зайдет, она уже готовая, все. Давай. Блять, а какую? Ту, которая с паспорта 4. Да похуй, какую-нибудь, блядь, подушки положи, блядь, и съёбуй! Блять, ну тоже верно, тоже верно. Блять, 200 рублей стоит туда такси и обратно 200. 250. Блять, ладно, я тебе скину 500 рублей, блядь. Ну этот санк, блядь, один на миллион. Ну-ка, мать моя, блядь. Сань, ну ехать с пустыми руками тоже, ну как бы, неправильно. Бля, кстати, блядь, давайте... а ведь реально, подожди. Ну... Реально, с пустыми руками. У вас как есть, ну, цветочные магазины? Я могу вот это, да я вот это могу подарить ей просто коллекцию свою. Подожди, они хотя бы полные? А что, надо полное?
Так, блядь, короче, я тебе еще скину на цветы денег. Не работают цветочные в Таганроге, блядь. Где банка в Ростове, блядь, есть круглосуточные, нахуй? Ну, блядь, а у нас крестолюдины эти, гнилозубые. Они как только видят ночь наступает, у них сразу, блядь, как попугай. Они на кровати бегут. От позвонить будут. В колокол позвонил, они, блядь, все, сука, собрались. Сука. Ну, может, у тебя есть что-то, ну, как-то... У блядь, тебя, может, конфета, может... шоколадка хотя бы. Ну, булочка, блядь, не доел... Ой, блядь, подожди, я не понял. Блядь, доставь хотя бы булочку. Блядь, ей Емельян реально написал, нахуй. Сейчас, он скинул, у него есть со мной селфи. И она пишет, что с боссом? Да, отказывайся от встречи с модератором. Я тоже модератор, но лучше. Вот. И она говорит, ну если у нас будет жесткий коллаб и художественный, то что поделать? И он говорит, будет. И она вот такие смайлики кидает. Три таких смайлика. Бля, не наеб, зайди в конфу модераторов. Блять, она пишет, мне говорят, что Суджи хочет мне написать. Блять, нахуй. Алло, никому не отвечай, это все фейк аккаунты, блять. Саня, все, мы сидим. Саня, блядь, ну ты теряешь уже, ёпта! Ты бы серьезно был бы там, нахуй! Ты говорил, у тебя было, нахуй, время свободное, блядь! Саня, джетпак делай сзади, стоит вентилятор. Блядь, Саня! Ну что-нибудь уже сделай. Саня, если ты спрыгнешь, сломаешь ногу, это будет романтично. Типа, она приедет сейчас утешить. Думаешь, она оценит, думаешь? Да похуй, ёбаный рот, блядь! Блять, подожди, мне Ханов скинул. Типичный пост Сани в Телеграме. Да, бля, вот бы девочку под пледик. Ну или там по парку за ручку походить. Ну вот, знаете, хочется просто какой-то банальной нежности. Она уже все, ты бы сегодня бы ноги облизывал бы уже. Блять. 23 ноября он... скинул скриншот, даже девушку не замазал, то что его кто-то лайкнул. Там, блядь, замазал, не замазал. Нуля 16 Таганрог. Ебать, не зря Саска. Тебе Саски монтировал это видео? Да. Бля, хороший у тебя друг. Лучше, я бы сказал. Он тебя ненавидит. А у тебя обязательно альтушка нужна? Ну, вообще, ну, хотелось бы, типа, ну... А это какая? Ну, сейчас я просто забыл, ну, как, ну, не забыл, я обслепительной красотой этой, этот... Бля, ну... ты видел еще у нее губы такие нормальные, блядь? Пиздец. Вот, мама, когда засыпает, ты будешь убегать из дома сегодня? Ну, я попробую. Нужно... Ну, слушай, ты можешь сейчас, кстати, это реально нормальная тема, иногда работает. Скажи, алло, папа, у меня сейчас внезапно свидание с девочкой, мама не выпускает. Можешь позвонить маме, попросить да, меня? Папе позвони, да? Жестко выпустить. Папа-то подожди. Понимает, что такое свидание с девочкой. Сейчас позвоню, подождите. Бля, я что закрылась? Ты скажи, там максимум я на час к ней съезжу, типа на такси. Да какой час? Минут 10 мне уже. Не, это тоже по факту. Бля, нихуя у тебя. И то, блядь, 5 минут это на такси. Блять, она мне пишет сейчас в личку, мне ждать Санечку или облиза ног ждать не стоит? Жди, я напишу, жди. Блять, папа первый раз. Блять, она уже пишет отвечаю. Санечку, то есть все, она, это уже уменьшительно-ласкательные эти все обороты, нахуй. Мне, Сань, ты представь, ты будешь детям рассказывать, как вы познакомились? Я буду нарезку показывать эту. Ну, блядь, ну тут придется немножко... Ну, да, блядь, не, ну... Блядь, она пишет, мне уже звезда пишет, слушайте, время идет. Сука, да нет, звезда твою... это хуйня, да, звезда, он с Москвы, блядь, да, пока блядь, доедет, да, там да, это... Да, нахуй, это хуйня полная. Сука, ну сейчас, может, папа перезвонил. Блядь, а чё там папа, нахуй, где, блядь? Да не берет, блядь, ну я тебе говорю, работай, сука, стоит. Ёбаный фак, блядь! Блядь, за папа уже поехал! Папа уже едет, блядь! Блять, ладно, перескажи, как ты уговаривал маму? Что ты ей говорил? Может, ты хуйню ей сказал какую-то, блядь? Говорю, мама, мне на свидание, мне девочка позвала, можно я сейчас съезжу быстренько туда и обратно, буквально полчаса. Так. Говорит, какая нахуй девочка? В час ночи. Мы там, блядь. Ну да. Mm-hmm.
Блять, зачем тебе стекло, нахуй? Я осуждаю, что это, блядь? Это линейка, это линейка. А, фу, нахуй, я думаю... Не, зови маму прямо сейчас на стрим, пусть она оправдывается сейчас. Скажи, что эти судьбу, свою жизнь рушат тебе. Блядь. Саня, пока выбирай, в чем ты поедешь. Да у меня, знаешь, одежда одна, блядь. Со школы, нахуй, форма, что ли, блядь? Да, блядь. Ты чё, дурак, блядь? Да нет, всё хорошо. Вот. Как он закрывает. Какой же тюбик. Не, если начну пишешь, что он ей заплатит. Блять, еще и руки даст облизать. Ну это так, ну слабенько, ну нормально, можно, конечно. Не, ну может дальше что-то типа после рук уже. Да. У меня тут есть немножко сбережения, я на этот день как раз откладывал, типа, сейчас. Бля. Ну, типа, с обедов школьных собирал, тут вот столько хватит, надеюсь, просто у меня тут немножко... Да ты пока не показывай, блядь, она сейчас узнала, сколько у тебя денег, это... и стерла сообщение! Да это не, это нормально, это так, это типа заманка. Соберу, блять, 5000, братан, я на твоей стороне. Ёб твою в качестве мать. ЗП я могу как бы тебе оформить, а близ подпишешь, блядь, если ты очень хочешь. Ёб твою мать. Это видео, Сань. Ну, это очевидно, блять, конечно, надо еще, сука, поставить камеру скрытую, чтобы... Ну, я, кстати, может быть, спроси, а если на видео записывать еще? Выезжаешь, блять, нахуй. Тебе завтра в школу надо вставать? Нахуй. Да нет, нахуй. Да какая ебать, чё ж ты тогда тут, блять? Слушай, можешь просто выбежать? Короче, если он не возвращается в течение 5 минут, значит, он реально смог выбежать. Блядь, но он же без телефона, блядь! Да, я представляю. Знаешь, что он бежит, типа, там мама его останавливает, а он чисто её таранит, типа. Так, ну по факту, ебать, блядь, такой шанс, нахуй! Как в американском футболе, знаешь, когда бегут, типа, через все поле. Блин, ну спасибо, пока его нету, типа. А? Как думаешь, это, типа, ну, вообще, типа, ты рофлишь или нету, да? Да нет, нельзя такое спрашивать. Да. Потому что даже если она руфлит, он потом приедет, ей как понравится, блядь. То, что он такой смешной, да, харизматичный, и все. Блядь, да ладно. Блядь. Че, блядь? Я уже оделся, блядь, в пальто, сука, свое нарядное, блядь, и раз в жизни его одевал всего лишь. Боюсь спросить. Да. Блять, пиздец! Чё? Да она пишет, пиздец! Блять, она пишет, завтра уже суд же будет при таком раскладе. Да какой он будет? Он, блядь, пока со своей деревни с коровами, блядь, с фермы с папой отпросится. Ну, блядь, коров подоить ночью, загнать в загон стоило, блядь. Ну, блядь, на последний автобус еле успеет, я уверен, ноги, блядь, будет подтирать. Пятки сверкать будут, как он бежать будет. И тем более, блядь, если она адрес тут же не кидала, куда он, блядь, приедет? Таганрог, я его встречу, сука, как только он, блядь, куда я его встречу? У вас там один въезд, да, эти ворота деревянные? Ну, какие деревянные, блядь, столбики два стоят просто. Обмотанные так, как этим, блядь, листиками, веточкой, лозой. Кирилл. Я в ДС готова на свидание, блядь! Все, нахуй! Блядь! Тихо. Все. Алло. Есть? Привет. Здравствуйте. Привет. Ну, знаешь, мнение, ну, я не могу, ну, как, ну, вебку надо, типа, ну, на свидание, ну, как, да? Ну, да. Ну, подождете минуту? Ну, как, да, конечно. Мне одеться надо, да. Нам, ну, ладно. Алло. Да. Ты алло. Тут, Какус? Да, я тут. Ладно. Так. Блять, надо ему советы еще. Я сейчас ему в Телеграм буду записывать советы. Я ему скинул уже сайт 100 лучших подкатов. Так, ну да, это, кстати. Алло, скажи, а зачем тебе одеваться, если потом опять раздеваться? Вот так. Короче, нужно, чтобы он сразу забанировал ее. Нужно, чтобы он... они поставили парные аватарки сразу сейчас. Да? Да нет, мне кажется, вот, рано. А зачем тебе одеваться, если, ну, тебе потом все равно, ну, опять, типа, ну, раздеваться там? А я не могу включить вебку. Блять!
У нее тут прав нету. Как мне ей дать какие-то? А тут роль надо, блядь, роль дать. Какой, какой ей роль дать-то, блядь? Роли надо. Этот, приближенный. Ой, привет. Ой, блядь, она одета вообще? Смотри, у меня, ну, у меня, короче... Алло, блядь, попроси ее что-то надеть, на майку какую-то, это пиздец. Высечены лица участников, ну, Битлз. То есть, ну, там, алло, она как будто голая сидит, нахуй, попроси ее надеть, что-то, блядь. Слушай, можешь майку надеть, пожалуйста, какую-то? Скажи, чтобы он тебе говорил, что отдай, пожалуйста, майку, а то, типа, могут отвести взгляд. Скажи, я просто не мог отвести взгляд, поэтому майку попросил надеть. Я просто не мог отвести взгляд, поэтому, как бы, ну, майку надеть. Ладно, а вот давай тогда, ну, как бы, я вот, ну, я музыкой вообще занимаюсь, ну, увлекаюсь, ну, и занимаюсь, и увлекаюсь. Ты вообще, ну, какую музыку слушаешь, вот тебе какая нравится? Ой, она уже течет. Ну, ты, ну, нет. Разно нравится, я меломан. А, спроси, ну, у тебя есть какая-то, типа, пирсингу, ну, и скажи, что козюли за него не засыпаются? Чем-то увлекаешься? Чем? У тебя такие ногти красивые, чем увлекаешься? Рисую. Ой, блин. Покажи рисунки, пусть рисунки покажут. Ну, как вообще, красиво, ну, покажешь работы свои? Да. Ну, покажешь? Да. Давай. У тебя пирсинг тоже такой красивый. Ну, а козюли не зацепляются за него? Нет, только сопли. Ну, сейчас холодно, да, так прохладно. Привет, мне кажется, я знаю твое имя. Тебя зовут Wi-Fi, потому что я уже подключился к твоей сети. Чувствуешь связь? Это мои подкаты, мои работы. Ладно, а вообще какие у тебя, ну, типа, кушать что любишь? Еду, вот, любишь кушать? Любишь вообще есть? Да. Да, какое любимое у тебя блюдо какое? Блюдо? Да, мне да. Как у тебя, как? Салаты, цезарь. А, салаты, цезарь, салаты. Кок. Ой, мне тоже кок. Нравится. Ты слышал, он сказал кок. Кок. У тебя я... такие кок. Волосы красивые. Ты не красилась или это, что это? Волосы это. Ну, охуеть. Ну, так красилась или как? Ну, да. Еще у меня и там. Там тоже? Ой, блин. Это, блядь. У тебя кошка есть? Ой, какая красивая кошка. Показала, какая... Две. Скажи, я бы почухал бы твою киску. Подожди, сейчас. По работе, сейчас я, подожди. Пациенты пишут. А? Нет, ни в коем случае нет. Папа. Я бы почухал бы твою киску. Правда. Мальчик. Скажи, мальчик. Спроси у нее, может быть, про тебя ей что-то интересно, ну, типа. Нет, так какая разница? Скажи, что мы все о тебе, да, тебе. А вот, ну, мне кажется, что ты Bluetooth, потому что я резко почувствовал сопряжение. Продиктовать мой пароль? Да? Да. Ну, 1-3-3-7-54-2-2-8. Не забыла. Знаешь, для тебя я без пароля. Ладно, может быть, ну, рассказать о себе, типа, ну, что вообще, да, чем мы все о тебе, да, о тебе, может, тебе что-то, ну, про меня рассказать или что-то, ну. Да, давайте, конечно. Ну, а что тебя интересует? Ну, я вообще, вот, типа, занимаюсь бизнесом, вот, у меня тут вот с одного покупаю, с другого... Всё. Подожди, что, блядь? Бабушка пришла, что ли? Нет. А, всё. Так вот, с одного покупаю, с другого продаю, вот, у меня вот бизнес свой есть. Ну, я вообще, ну, модерирую там, типа, предложку, вот, как бы, если хочешь, скажи, я показывать тебе мемы, показать отбор, самые как бы, тупые будешь, мемы. Как бы, показывать, а ты это, ну, вообще, и типа... А смеяться? И да, смеяться. Покажи три самых тупых мема. Я тебе мема. Могу показать самые тупые мемы, если хочешь. Да, конечно. Сейчас, мне надо, правда, открыть сейчас на картинку. Сейчас. При встрече замены. Короче, видно сейчас будет. Вот, я вот так буду показывать, у меня просто нет. Вот первый мем тупой, вот сейчас в предложке. Видно? Да. Вот, это первый. Потом, сейчас.
Ой, подожди, это не то, сейчас. Что-то ошибочное. Вот, вот второй, вот такой второй. Видно, видно? Вот, видно, видно, да? Ну и, короче, вот третий, вот такой хороший. Третий, мне очень он нравится, вот. Вот третий. А вообще, ну... Вот, вот, тебе, ну, тебе может быть, как бы, ну, еще, ну, я вообще, как бы, занимаюсь не только этим, у меня вообще, ну, много еще, вот я с друзьями, ну, в игры играю. Ты играешь вообще в игры в какие-то-нибудь? Да, да. А в какие ты играешь, вот там, типа? Ну, да не важно. Не, скажи, ну, я многим не, чем ладно, занимаюсь. Если не хочешь, не важно. Я тоже в Геншин играю. Знаешь, что это такое? Нет, я... я тоже не играю, я тоже не играю, я не заходил туда ни разу, никогда в жизни. Ну, вообще, ну... Ну да, да. Я многим чем занимаюсь, криптовалюты, знаешь, что такое? Да, знаю. Вот-вот. Там же NFT токены, всё такое. Бенчмарк. Знаешь, да, разбираешься? Блин, это вообще охуенный. Я вообще этот, ну, как, хочу, вот, ну, вот, ну, машины купил себе недавно. Вот у меня машина есть, и я как бы... Хочешь, прокатаю? А ну сколько вам там лет? Напомните? Это не важно. Это не важно абсолютно. Что? А папа? Пап? Не-не-не, без мам, нормально. По полю, просто без людном месте, за, как бы, ну, чтобы ничего это, не было. Это поговорю, у вас закон. Общая тема, это там mm-hmm. вот это, стримы мои, майки, не, ну, мерч. Не, если не хочешь, просто скажи, я могу как бы. Поговорите обо не... мне вообще. Это та вообще СПшный. Ну, как-то хуйня, конечно. А смотри, ладно, а ты ну, вообще фанатка пятерки, пятерки, фанатка? Вообще, сколько смотришь его? Давно или так, недавно начала? Ну, давно, да. Скажи, я много у кого модерирую пятерку, знаешь? Ой, я тоже примерно в это время начал смотреть. Я тоже вот где-то в 19-18 году начал смотреть. Помнишь эти, ну, шторы желто-оранжевые и ковер еще? Помнишь ковер? Да, там... Да-да-да, было, помню. А помнишь, как он этот, ну, как он хотел себе iPhone купить, но потом почему-то, ну, передумал? Я тоже не помню этого, тоже не помню. Так вот, вообще, ну, типа, мерч ты вот покупала, тебе вот, ну, это больше всех понравился или просто, ну, мало было? Или... А? Денег. А, денег. Так написала бы, мы договорились. Да я вам все стеснялась написать. Я знала, что вы с моего города, с Великого, с... Ой, ебать, все, она хотела написать. Я понял, не, ну так надо было написать, я бы сразу тогда этот, ну, все бы как бы быстро подделал. А, ну, блин, не додумалась что-то. Да не, ничего. Скажи, я много могу думать за тебя, если что. Вот, типа, вот пятерку знаешь? А, ну да, знаю, слышал. Ну вот-вот, модерирую у него. Вот, а кого еще модерируешь? Я модерирую кого еще? Ну, знаешь, Ханов стример такой, Ханов, знаешь? Блять, это да, лучше да, по ней говорить. Вот у Ханова, вот у Кактуса тоже там я этот иногда тоже захожу, модерирую. Вот, много у кого, правда. Вот. Ну, мне никогда не был модером. Я могу, ну, думать за тебя, если что, если хочешь. Ну, если... Да. Да, это... Это жест спасите, я знаю. Ты нет. Случайно не новый а, iPhone. Всё, просто мне просто показала. Не, маникюр красивый, но это вообще провод, делала. Покажи, ну там. Ну прям очень плохо. Да, да. Красивый. Ой, да. Ты случайно не новый iPhone? Почему у тебя я так хочу? Нет, я а понял. А покажи свои картины, говоришь, ты рисовала, нет, говорю. Нет, новый iPhone. Да я тоже согласен. А у тебя вообще, как, ну, у меня два телефона у меня, да. Один для продажи, то есть такой, как бы, ну, вот, ну, немножко, ну, это для продажи, а с одного, с основного, это для семьи, он, как бы, хороший. Для семьи? Да. Я готов записать твой номер, который для семьи. Ну, да. Не, ладно, вот смотри, готов записать твой номер, ну, в тот, который для семьи, типа, вот, если как бы. Да. Правда. А как запишите меня? Вот так вот, Дианочка, сердечко, так, там такое сердечко, и ноготочки, типа, красивые. Да, блин. Ой, у меня Андроид, почему? А, все. Вот. О!
Не, ну это типа мем, когда лагает. Ну, как андроид говорить, потому что, ну, андроиды лагают. Ну, андроид, ну да-да-да. Вот-вот. А вообще, ну так, ну покажешь картины просто? Ты говорила, ты рисовала, покажешь картины? Да, покажу. Ну, потом. Ну, а ладно, ладно. А бабушку на спит сейчас иду? Нет, я одна. Вот, хочешь, я тебе покажу свою коллекцию крышек? Коллекцию крышек. У меня коллекция. Ну это просто типа инвестиция в будущее. Смотри, сейчас я тебе покажу. Короче, крышки есть, да? Крышки. Крышки! Ну, это все от Кока-Колы, от Пепси там, вот. И ну, сейчас это санкционный продукт, его почти нигде нет. И тут то есть, ну, много крышек. И я его продам потом в будущем за миллионы денег сейчас, долларов. Как бы. Ну, и, ну как, за миллионы рублей и за 4 доллара. А вы пьете Кока-Колу? Ну, так, ну ты пьешь? Нет. Я тоже не пью, я просто собирал как бы. А, ну по улице. Ну не, мне как бы, когда я с друзьями ходил, они мне давали крышки, и когда ну, они пили, я как бы стоял в сторонке и говорил, фу, вы как такое пьете эту мерзость? А сам собирал крышки, да. Ну у вас друзья есть? Ну были друзья, но потом пропали. Ну блин. Давай не будем про этот момент, он фу, как бы грустный в моей бля, жизни. Бля. У меня друзья извините, были в тюрьме, пожалуйста. Я вышел, а, да они еще сидят. Ничего, хорошо, все нормально. Паша, скажи, давай перейдем на ты, он надоел общаться. У меня друзья были в тюрьме, я вышел, а они еще сидят нас за одну статью поканули. Но я отработал, и ну у меня просто знакомые там, папа в сидке, поэтому... пропустил. Давай, может, на ты перейдем все-таки, на ты. Да, или... да. Все, хорошо, давай. Давай, ты красивая. О. У тебя такие зубы красивые, идеальные. Спасибо. Ебать тебя надо. Мне хотелось бы расколоть весь мир, поэтому скажу только одно слово. Титаник. Нет. Ну, там же некоторые выжили же, ну, люди. Ну, это как раз вот мы с тобой. Это катастрофа. Ладно, ну, вообще, у тебя вот там цветок, смотрю, есть, да? Вот цветок. Это настоящий или искусственный? Искусственный. А я буду любить тебя по-настоящему. Ну, у меня тоже есть искусственный, но... Но я его забыл полить, и он умер случайно. А я буду любить тебя по-настоящему. Блин. А у тебя, смотрю, ремонт, так, ну, как бы, ну, давно делался, да, наверное? Да. У меня папа может, ну, мы вместе с папой можем тебе его сделать. Ну, когда он выйдет с тюрьмы, ну, его вообще копанули за то, что он, ну, в фирме должен был деньги. А вот, ну, сейчас он выйдет, и мы можем с тобой ремонт сделать, как бы тебе дома. Когда он выйдет? Ну, лет через 5 где-то, наверное. А как, вот, ну, ты не думала, вот, просто, как буду звать нашего ребенка? Есть предложения какие-то, предположения у тебя уже? Мне просто нравится имя Рахим. А мне Рахат, ну, кум. Почему только нормально? А? Не, ну это как, это... Я просто говорю, мне нравится имя Рахим. Если будет девочка, то, ну, какая-нибудь Альмира, я не знаю, может быть. Не, ну может, ну ты можешь свои варианты сказать, я послушаю, готов принять, если можем обсудить. Нравятся дети? Еще что? Вам нравятся дети? Ну, как, мне, ну нет. Ну как? Ну пока не... нет. Пока нет? Ну вообще нет, но типа как... Ну именно как... Ну нет. Ну блядь, да, я сейчас... А вот скажи... Я ужасный хоть. Ну... Ему тяжело, нет. И, пожалуйста, мне позвонили. Бля, я там...
написал. Кто, папа из тюрьмы? Тебе, ну, тебе зачитать или перекинуть? Да, как ты узнала? Перекипи. Ему просто минуту дали на разговор всего лишь. Сейчас он все равно скажет. Он сказал, куда перекладывать деньги. Сейчас, ВКонтакте скину. Так вот, так. Завтра брать шапочки для плавания или у тебя есть? Для какого? Какую шапочку для плавания? Ну, для плавания, шапочки для плавания. А в Таганроге езди плавать? А ты что, не фанатка пятерки? А чё вы? Слушай, ну... Блядь, нахуй. Так-то уже лучше, конечно. Извините, я вам скажу. Ну, в смысле, извините, мы же вроде на ты перешли. Прости, пожалуйста. Да не, ничего. Я надеюсь, что у тебя есть водительское удостоверение, ведь только что, ну, ты с меня свела меня с ума, как, ну, как мне вернуться теперь, то есть, ну, в дорогу? Как насчет того, чтобы уберечь лошадей от лишнего груза? Может, лучше прокатишься на настоящем ковбое? Да я ж... Ну, так вот, мне завтра брать шапочки для плавания, или у тебя уже есть? Да? Да. Все хорошо, вот у меня лежат тут сразу заготовленные. Может, понадобится. Все, без проблем. А вот смотри, вот ты должна быть сильно устала, ведь тебе пришлось прошагать километры в моих мыслях. Ну вот... Да. Ладно, вот скажи, вот у тебя вот кофта, да, вот кофта, смотрю, ты в мармеладе закупалась? Скажи, я вообще вижу, ты вот в одежде, ты вообще любишь одежду? Нет, ну и правильно, там просто я слышал этот, плохо закупаю, ну вещи плохого качества мне сказали. Я вообще вот вижу, ну ты в одежде, ой, прости, что? Что сказали? Не, ты что-то говорил, я тебя перебил, прости, пожалуйста. Ну, вот там про одежду. А, ладно, сказать. Так вот, я говорю, вижу, ну, ты в одежде, а вообще, ну, то есть, ну, ты любишь одежду? Да, конечно. Вот. Я тоже. А вы где одежду покупаете? Я одежду покупаю, в группе пятерка только я покупаю одежду, группа пятерка. Я там беру кепки, майки. Вот. Поэтому у меня нет, ну, одежда только сверху. Ты так часто прикрываешь глаза, потому что тебя слепит моя красота по вебке? Я тебя понял. Ну там да. Ты так часто прикрываешь глаза, потому что ты видишь свою красоту... Ой, мою красоту по вебке, типа. Да, прям ваши... А я вот очки надел, чтобы лучше разглядеть твою красоту и утонуть в твоих прекрасных глазах. Ага. Вот. Ты можешь рассылать мне спам. Спасибо большое, и тебя тоже. Блин, спасибо. У меня iPhone лагает, нагрелся сильно. От тебя, потому что слишком жарко. Жизнь без тебя — это словно пользоваться сломанным карандашом. Просто бессмысленно, типа. И пенис. А что вы в школе писать будете? А я в школу не хожу. Вас я же говорю, с одного продаю, с другого покупаю. Уже мне можно и не ходить. Почему ты называешь меня на «вы»? Ну да. Разведи ее, чтобы она тоже на «ты» с тобой общалась. В какой школе учились? Да я ж вот показал вот там в квадрате. Там самое ближайшее. Почему ты называешь меня на «вы»? Ну, разве... Ну, как бы... Ой, ну, да, извините, я привык. Да почему, извините, ну... Ой, как прости. Это? Ну, странно, ну... Я вообще-то, думал, мы уже, как бы, ну... Если по тебе не скучают на небесах, такой... Подожди...
По тебе случайно не скучают на небесах? Такой ангел большая потеря для рая. Правда? Правда, да. Блин, спасибо. Да, блин. А вот ну, скажи, у меня вопрос еще. Ты в Fortnite играешь или нет? Fortnite. А как переводится? Ну, Fortnite на компьютере, на стационарном, переносном там. А, нет, у меня, блин, только стационарный, блин. А, так, ну, стационарный-то это можно тоже, да-да-да, Fortnite. Да? Ну, все, надо. Ну, то есть мы сможем вместе поиграть, да? Да. Любить тебя буду, трахать тебя буду. А что вы сказали? Да, ну, я не фанатка, не слышала, нет? Кого? Ну, фанат, ну, песня Hero не Water, то есть Hero on Water. А, Water я знаю. Да. А, ну вот, все, да-да-да. Ты не против, если я разбудрю тебя в брезе, а то с другого конца комнаты я вовсе вообще ничего не вижу? А куда вы смотрите? На глаза твои красивые, прекрасные. Куда-то в другую сторону. А у меня, ну, я как бы, у меня там Дискорд просто, два Дискорда, чтобы сразу, ну, два раза тебя видеть, как бы, ну, чтобы с двух сторон, как бы, ты была красивая такая на меня. Бабки давать буду. Трахать тебя буду. Я так и написал! Я написал! Бабки давать буду, троеточие, большая пауза, троеточие, трахать тебя буду. Случайно нет магнита, просто мои стальные ягодицы так и тянутся к тебе. Скажи, а чё это я нет, так много тебе комплиментов делаю, нет. А ты мне нет? Я чё, тебе совсем не нравлюсь? Странно. А у меня для тебя трахать подарок тебя есть, буду. Небольшой подарок. Ага. Когда мы с тобой встретимся, я тебе подарю вот такой вот, ну, это кварц, как бы я его сам купил, это, точнее, аметист. Ты любишь аметисты? Да. Да, ну вот, это для тебя аметисты, они очень красивые, я их сам собирал, сам подводную лодку. Драгай тебя буду. А? Где такой в Таганроге? Тебя будут. Ну, в Таганроге, это не в Таганроге было, это я в Швейцарии ездил. А скажи, вот что, ну, я тебе так много комплиментов делаю, а ты как-то, ну, мне, вообще, я тебе не нравлюсь, что ли? Ты мне не отвечаешь, как бы, ни взаимностью, ничем. Почему вы так думаете? Я просто... А, нет, да все тогда хорошо. Ну, ты не стесняйся, как бы, ну, мы тут вдвоем, никто... Все свои. Не надо стесняться. И вот эта песня начинает петь. Ну, да нет, все хорошо, мы вдвоем. Самая красивая музыка здесь. Не надо стесняться. Песню, знаешь, такую вообще? Да. Я Люси, моя музыка здесь играет. Не нужен алкоголь, на тебя ждет на танцполе. У тебя что-то случилось? Почему ты так заволновалась? У тебя все хорошо? Все хорошо, все будет хорошо. Да-да, что? У нас в доме есть домовой? Ну... Ну, вроде нет, ну, как? Ну, у меня нет домового, а что? Ходите, я буду вашим домовым. Конечно. Очень хочу. Спасибо, блин. Я правда очень уже, ну, приятно даже стало. Скажи, ну, у меня мама уже, я хочу быть твоим домовым. Ой, что случилось? Что такое? Ваша с бабушкой. Блин. Никогда в жизни девочки комплимента не делали. Это я обычно девочки только били, а тут. Полей, налей воду на глаза, налей воду на глаза, блядь, рождения бутылку было, прям за кадром налей, блядь, воды школу на день на рождения. Ну, еще до того, нахуй. Как зарабатывал, как бы с одного продавал, с другого покупал. Вот, и я этот, ну, на день рождения пришел, вроде, ну, принес тортик, подарки всем, ну, конфетки, а меня взяли в угол, забили и побили. Ну. Сейчас. А? Еще раз. В центре вас не бьют? В центре меня не бьют. Там, как бы, я просто один раз там был, мне сказали, что за черт идет, и я там не появляюсь больше. А можешь еще что-нибудь сказать такое? Просто мне очень стало приятно, я очень расстроился, правда. У тебя котик цветочек кушает.
Хочешь, я тебя скушаю? Ну, там, типа, нет? Нет? Да, да, конечно. Спасибо, спасибо. Очень... Слушай, мне очень, очень трогательно. Вообще, мы так сидим с тобой. Очень... А почему? А? Что, что? Свечей почему нет? Свечей? Да. Ну... Я... Блять, ты можешь включить свечку на вебке, нахуй, и просто вебку там включить, Канка? Сейчас, сделаю. Слушай, ты такая трогательная, мне прям очень грустно, ну как не грустно, я прям вот слезы аж текут, я очень... О, сын, спасибо большое, ну, я правда, мне очень приятно от таких комплиментов, я первый раз вообще в жизни такие получаю в свой адрес. Обычно я... Ой, фух, ну не будем просто про это грустно, давай все-таки про веселое, на свидание все-таки... Да, да. Да, давай. Надеюсь, такое же лицо мокрое у меня будет от твоего... Ну, сквирта. Понял? Кого? Сквидварда. Сквид? А, это... Ну, типа, да. Да. А ты вообще скажи, ты вот, ну... Вот фильмы какие-нибудь смотришь? А? Нет. Нет? Я тоже, я блин. Тоже, да. Давай, может, какой-то возьмем ночью какой-нибудь посмотрим. Вот, у нас все-таки появились свечи. Как ты? Отзеркаль опять, отзеркаль. Я просто, вот когда я отходил звонить, это я попросил, чтобы принесли свечи, да. Блин, ты можешь еще ПНГ двух цветков работает, просто правда. Ближе к ней положить? А, может, у вас концерты? Концерты? Ну, у меня нет, но у моего друга, он типа рэпер, выступает, он знаменитый. В 22 декабря в клубе People в Краснодаре, то есть у него будет концерт. А? Вот. Хочешь поедем? Я туда хотел съездить, но передумал, мне в это время просто важный, ну, типа папу с тюрьмы забрать надо будет. Так вы... Если хочешь, я могу тебе билет достать, ты поедешь сам, ну, как бы, ну, не сама, я тебе людей своих пошлю, там, как бы, охрану, и поедем, ну, как бы. Какие? Ну, охрану, вас... как бы, у меня, ну, у моей охраны есть охрана, знаешь песню у Моргина? Да. Вот-вот. Ну, вот-вот, так хочешь, нет, или не хочешь? Вот-вот, блядь. Ну, я хочу только с вами. Ну я, слушай, я попробую отложить все свои дела и как бы... Ну папа там выйдет как-нибудь со мной. Ну вот, попробую отложить. Я постараюсь, правда, честно, если я, правда, если получится, я только за. Спроси, как ей вот сердечко крутится, цветочки, свечка. Мне кажется, вы плачете. Я плачу просто от счастья, у меня слезы радости. А вот как тебе сердечко крутится и цветочки цветут? Это я вот тоже попросил, чтобы... послали сюда тоже. Ну, мне правда ромашки нравятся. Ромашки? Сейчас я позвоню быстро. Сейчас, секунду. А, слушай, а ты можешь сказать, ой, а что это у тебя там на лице? И вот так вот быстро, можете, ну просто смотри в камеру. И вот смотри очень долго, я не знаю, минуту всё, ты сможешь сейчас, подержаться. Сейчас, вот, чтобы я надеюсь, кринж был, чтобы меня услышали, сейчас будут просто ромашки, молчи, надеюсь, сейчас делай. Будут. Сейчас. Там длинная. Сейчас. Вот сам поедете? Секунду, сейчас. Ромашки будут. Слушай, подожди, буквально, а вот, ромашки, ну, сейчас. А что у тебя там вот на лице уже? Где? Держись. Это твоя прекрасная улыбка, я понял. Ой, какая красота. А как? Как... Что такое?
Хотел вас спросить, почему вам папа так часто, ну, названивает? А это не папа, там уже, типа, по бизнесу был. Ну, я как раз вот говорил, чтобы ромашки повесили, и чтобы тебя, как бы, сначала позвонил, чтобы охрана была, чтобы... Слушай, а ты можешь этот ублюдский смайлик позвонил, отбил, взять страхом? Типа, я, ну, сам лично. Поехал. И кнопку трахнуть, и кнопку трахнуть красную. Да, 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 правда, правда. А что это вот за картинка? Ну. Какая картинка? Какая? Ну, на экране. Ой, я тут не помню. Ну, это... Ну, как бы это... Ну, хотелось бы, чтобы наши там портреты были, но... Ну, пока мы не встретились, я решил, как бы, попросить такую, но там почему-то ромашки не оказалось, и решили только такую розу добавить. Смотри, у него ещё красный экран ебанулся. Вот. А это уже просто от себятина так небольшая. Это мне попросили. А, вы романтик. Ну да, да. Да. Ты знаешь, ты как вот беляш с вокзала нового, знаешь, там беляши продаются, вот. И ты горячая, сочная и опасная. А вы там ели беляши? Ну, мне, ну, приходилось в бедные времена, но это было давно, я такого, ну, я не помню, просто по вас так, просто мне захотелось так было. Ага. Нет, ну, а вот скажи, ну ты часто... Слушай, найди картинку, пожалуйста, где этот кот в сапогах грустный такой попрошайничает. И там что-нибудь типа дай секс или что-то такое. Все, я просто этот... Ты же спросит, мы друзья? Просто узнать хотел, ты тоже как бы или не тоже? Мы друзья или что-то большее? Или просто мы друзья? Хорошо, а ты вот случайно не... Просто чтобы спросить, мы друзья? Яндекс.Браузер, потому что в тебе определенно есть все, что я искал. Блин, спасибо. Блин, вы прям вообще, у вас генератор. А мы ну, а как ты вот ты считаешь, вот, ну, мы друзья или что-то? Ну, я не говорил, что это так. А? Хорошо, завтра... Знаю. Ты такая же горячая, как еда в доставочке из Пятерочки. Типа, ну, все приезжает быстро там, а ты, ну, такая же горячая. Нажимайте на баннер внизу и заказывайте тоже. Да, спасибо. Ну, слушай, а вот скажи... Нажимайте на баннер внизу и на, ну, и заказывайте тоже. Можешь просто, ну, сказать? Что? Что? Нажимайте на баннер внизу и заказывайте тоже в Пятерочке. В Пятерочке? В Пятерочке. Ты закупаешься? Я закупаюсь каждый день, честно. Сам вот я каждый день закупаюсь и доставку от Пятерочки заказываю. А ты? Да, надо нажимать, заказывать в Пятерочке, ну, это само собой. Все, хорошо. Слушай, подводи потихонечку к концу и а вот ну, скажи, спрашивай, типа, ну, ну что, я тебе вообще скажи, как, вот, ну, нравлюсь? У тебя или, вот, ну, скажи, вот у тебя... У меня? Этот... Ну, возникли вообще какие-нибудь, типа, там, как-то, ну, что-то, вот, ты поменяла обо мне мнение, там, типа... Да, да, конечно. Я надеюсь, не в худшую сторону, а только... Нет, конечно, только в лучшую. Я тебя тоже очень стал ценить, вот, при нашей первой встрече я не так тебе представлял, как сейчас. Просто перед прощанием, когда я уже буду выкидывать, скажи, я люблю тебя. Скажи честно, ну, завтра мы встретимся с тобой. А где? Ну, где хочешь. А вы где хотите? Ой, ты где хочешь? Я бы, я куда ты скажешь, я туда и подъеду, мне не трудно, как бы. Я вообще могу, как бы, вот, ну, можем по рынку центральному походить, посмеяться над крестьянами гнилозубыми. Так надо в понедельник ходить. Ну, завтра выходной. Не, ну там все равно кто-то, может, приедет, не знаю, расписание, может. Да, конечно. Да, ну хорошо, да. Давай, я завтра я тебе напишу во сколько, когда, и я тебя вообще, ну, я
тебя люблю, честно так честно скажу. Вот. Бля, может вернуть её всё-таки? Да, да, конечно. А у меня, по-моему, Дискорд, наверное, вылетело что-то. Да, ну, наверное, меня... вылетело, да, наверное, вылетело. Не, ну... Скажи, а ты услышала последнюю фразу? Ну, вообще, скажи честно, ты как бы... Ну, просто, да, неважно, там, неважно было. Ну, всё хорошо будет. Ну, ты услышала фразу мою, последнюю фразу мою? Просто там, ну, не, как, не, ну, неважно, но если, ну, услышала, то хорошо. Ну, я не услышала, наверное. Жалко. Ну и хорошо. Жалко, правда, очень жалко. Ну, как я тебе вообще? Вот какой у тебя рост? Ну, ладно, хорошо все-таки. У меня такое, как бы, там, 179. Круто? Точно? Да? Точно, правда. Встань, я могу, типа, ну, до потолка встать, если хочешь, типа, покажу, у меня достаю, прям, честно. Да, да, давайте. Давай, смотри. Да, смотрю. Блин, вы реально... Блядь, что за хуйня? Гигант. Головой бьюсь, головой бьюсь, прям, видела? Это уже... Я гигант, да, половой гигант я. А вот, ну, я тебе вообще, как я тебе вообще, вот, я тебе вообще как? Ну, вот такой, романтичный. Я не только романтичный, я еще, ну, как бы, не только романтичный, не только по росту, я как бы, я гигант, но я еще и, как бы, ну, я гигант, половой гигант. А, да? Так мне там, ну, писали, ну... Что? Я не знаю, с чем это связано, мне просто написали, по-моему, 13 см, и не знаю, что это значит. Ну, что-то не так, я просто... Нет, я хочу уточнить, что это значит. Потом узнаешь. Еще не время. А, всё. Ой, вообще... А ты вообще, типа, занимаешься каким-то спортом, может, у тебя, или катанием фигурными какими-то увлечениями? Ну, я вот танцую я. А, танцуешь? Ты, ну, а ты, ну, у тебя как долго ты вообще танцуешь? Года 4. То есть у тебя гимнастика, то есть там... покажи танец из Fortnite. Что? Гимнастика, говорю, гимнастика, то есть так называемая. Нет. А ты... можешь потанцевать, показать, типа, танец из Fortnite? Нет? Ну, просто... Ну, там любой какой-нибудь. Ну, давайте вы покажете. Я не могу стоять, я не... Ну, я только... Ну, я как... Ну, только стоять могу, я... У меня... Я просто, если я сейчас встану, то я спалюсь то, что у меня встало. У меня болезнь ног, просто я не могу стоять. Но там стоять все может. А что за болезнь-то? Это можно вылечить? Это, не, ну как, я узнавал у разных врачей, но вылечить это никто не берется. Это вот, знаешь, ты фанатка вообще Заквеля? Подождите, у меня какая-то проблема, стой, у меня сам, ой, этот, айфон, у меня айфон. Айфон у вас? Блять, он перегрелся и выключился, походу. Блять. Я не про телефон. Сейчас, секундочку. Да ничего страшного. А можно такую картинку смешную? Сейчас, секундочку. Другую. Там, ну, всем привет в чате. Я не знаю, кто-то что-то пишет. Всем привет. Пожалуйста, не пишите мне ВКонтакте. Почему? Он замутил микрофон. Что за хуйня?
Я, этот, ну, короче, у меня проблема, у меня папа в комнату зашел, он сейчас перед камерой стоит, ты его видишь. Точнее, Суржик приехал быстрее, походу, он уже у меня сейчас. Ну, сейчас я, может, попробую с ним поговорить, но у меня просто телефон разрядился, поэтому я сейчас, ну... Сейчас, ты можешь просто мигать вебкой и... Ну, короче, ты этот, короче, я тебя люблю. Напиши ей сейчас, напиши, блядь, что-то связь прервалась, типа, потом поговорим. Да у меня есть телефон, я бы еще столько же бы продержался. Да ебать бы столько же бы, это пиздец. Да это вообще для меня разминочная. У меня от смеха башка болела, блядь. Пусть 70 Макс учится, как нужно контент делать. Блять, это реально настоящее крутое свидание. Алло, короче, блять, да. Я тебе предлагаю, я не знаю, завтра, не завтра, нам надо распланировать. Мне до Таганрога нехуй делать, и мы следующее настоящее свидание IRL стримим. Подписчики, завтра будет стрим из Таганрога. Все, все ждите, собирайтесь. Примерно 18:00 мы должны все успеть, мы завтра едем в Таганрог. Подготавливаем, блять, и я буду с Вахой настоящей. И Мэл Ширс. Мне кажется, это будет хит. Ебать. Блять, про булочку не показал, ей подарок. Ебаный рот. А подожди, ты ей сказал? Не, про крышки было хорошо вообще. А, ну про крышки? Про крышки, да, это было легендарно, я чуть не умер. Легендарно, легендарно, я чуть не умер. Ой, бля. Ну, вы вообще думаете, как, типа, ну, это вот ей сейчас вот я то, что, ну, вот из-за того, что вот я сейчас не поехал, да, буквально полчаса назад, вот это затмило ей, она как бы, ну, да, поняла то, что... Да, мне кажется, все, да. Все, то есть, ноги я бесплатно завтра полежу. Ну, да. Фух. Блядь, мне кажется, если бы даже, ну, если бы не наши советы, то ты бы мог ничего бы рассчитывать даже на что-то настоящее. Ну да, у тебя. Да я стоит. С этих советов, блядь, с некоторых. Блядь, это потрясающе. Саня, спасибо, респект. И респект большое девочке. Ну, я ей потом отдельно еще напишу. Большое спасибо. Она просто на рандоме, просто залетела, контента навалить. Надо этого Саша, блядь, надо. Блядь, беги! Блядь, Диана, выбирай Суджика, нахуй. Пиздец.